Информация от Пенсионного фонда России. Родители и опекуны детей-инвалидов имеют право на получение досрочной пенсии. Действующее законодательство позволяет одному из родителей выйти на пенсию на 5 лет раньше. Отцу 55 лет, матери 50. При этом у мужчины трудовой стаж должен быть не менее 20 лет, у женщины не менее 15. Льготу возможно получить по достижению ребенка 8 лет. И неважно, в каком возрасте он был признан инвалидом и как долго им оставался. На таких же условиях, как и родители, досрочную пенсию могут оформить и опекуны. Для них пенсионный возраст уменьшается на год, за каждые 1,5 года опеки, не больше, чем на 5 лет в общей сложности. Важный момент. Опекунство должно быть установлено до достижения ребенком 8 лет. Право на досрочную льготную пенсию также будет предусмотрено в новом законе о пенсионной реформе.